Снегофитнес позволяет сэкономить на спортзале и подкачать мышцы. Правда, занимает немало времени, поэтому, чтобы успеть сделать все запланированное, из дома лучше выйти пораньше. А это уже другое спортивное направление. Сегодня им активно занимались одинцовцы в 4-м микрорайоне. Дороги в снегу, под снегом лед. Такого снегопада в московском регионе давно не было. За сутки выпала треть месячной нормы осадков. Более 150 единиц техники и почти 700 человек убирают последствия непогоды только во дворах. Все коммунальные службы Подмосковья переведены на круглосуточный режим работы. Проходы вдоль домов, они как бы убираются в первую очередь и в первый же день, и проезды вдоль домов. А вся остальная тропиночная сеть, так же как детские площадки, она в третью очередь уборки. Если снег идет постоянно, то есть там длящиеся снегопады, то мы приходим туда после уборки всех основных магистралей. Где-то нужно скорректировать регламент уборки, а где-то добавить технику и людей. Именно такие инспекции позволяют выявить слабые места в уборке территории от снега, чтобы максимально быстро их устранить. Сейчас что делаем с вот этими дорожками, народными тропами, как мы говорим? Мы добавили людей. На сегодняшний день еще приобрели 2 бобкета и 1 небольшой фронтальный погрузчик, чтобы усилить всю технику. На сегодняшний день на объекте работает 4 самосвала. И 6 единиц уборочных. Да. Синоптики делают обнадеживающие прогнозы. В ближайшее время должно распогодиться. Осадков не ожидается. Выглянет солнце. Впрочем, жителям центрального региона оттепели ждать не стоит. К концу недели похолодает до минус 20. Евгения Августина, Олег Мещерский, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».